В ежедневном режиме ведется подготовка города к лету. Специалисты дирекции благоустройства города наводят порядок сразу по нескольким направлениям. Они очищают Рязань от грязи и пыли и производят мойку ограждений, а также их покраску. После зимы продолжаем убирать город от наносов, от пыли. Для этих целей у нас задействованы пылесосы, мини-пылесосы для уборки тротуаров под названием «Швеппер». Вот. Также у нас имеются тракторасчетки. После уборки пыли и наносов будем продолжать мыть тротуары, даже шампунем. По информации дирекции благоустройства города, промывка ограждений завершена на улице Ленина, а также площади Ленина, Первомайском проспекте, улице Соборной. Сейчас приводится в порядок барьерные ограждения на перекрестках в центре города. Всего на балансе дирекции благоустройства находится более 5 километров ограждений. После промывки производится их покраска. На данный момент покрашено более 500 погонных метров. Помимо этих работ, сотрудники дирекции благоустройства города высадили рябину на бульваре Победы. В мероприятии приняли участие члены организации «Дети войны». Это будет память для всех тех, кто в этом участвует. Но это память для Рязани на века и для России. И понял, что это важное дело для всех. Вот. Чтобы мы посадим эти деревья. Деревья будут жить века. Это очень важно. Будут помнить предки наши, будут нас помнить. До того приятно. Мы вышли сюда поработать. Это одно удовольствие. За деревьями будет организован уход со стороны дирекции благоустройства города.